13:32 в Ростове. Вы сейчас слушали одну из ключевых арий оперетты «Летучая мышь». Это была ария князя Орловского, миллионера, мецената, покровителя театра и искусства, в доме которого устраивают грандиозный бал-маскарад. И финалом этого бала становится разоблачение обманщика, интригана и насмешника. Музыкальный театр представил 1 апреля премьеру оперетты «Летучая мышь», оперетты Иоганна Штрауса «Сына». В нашей студии Андрей Аниханов, режиссер-постановщик этого спектакля, и артист оперетты Кирилл Чурсин. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Добрый день. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня о новом спектакле. Мы будем говорить о юбилее театра, о его проектах, о его труппе, приглашенных артистах и режиссерах. В общем, поговорить есть о чем. И вас, наши уважаемые радиослушатели, мы приглашаем тоже присоединяться к нашей беседе, тем более, что сегодня мы разыгрываем билеты на оперу «Мадам Баттерфляй». Спектакль пройдет в ближайшее воскресенье. Мы начали с арии из «Летучей мыши», говорить, конечно, начнем о ней, а чуть позже мы прослушаем фрагмент из другой оперетты, которая в репертуаре музыкального театра, и ваша задача угадать, о какой оперете идет речь, назвать название, как называется, указать, как называется эта оперетта и композитор, тоже вам его нужно назвать, тогда билет будет ваш, но это чуть позже. Телефон прямого эфира, напомню, 200-25-19, звоните со своими вопросами, комментариями. Вы также можете видеть нас на сайте don24.tv. Итак, Андрей Аниханов и Кирилл Чурсин сегодня в нашей студии. Я этому очень рада. Месяц назад в нашей студии был Марк Перетокин, художественный руководитель балета, и Екатерина Кужнурова, солистка ростовского балета. Мы говорили о спектакле, посвященном Людвигу Минкусу. Сегодня мы говорим об оперетте, об очередной премьере музыкального театра. И хотелось бы, конечно, сказать о том, что я посмотрела на сайте репертуар музыкального театра, и выяснилось, что оперетт около 10 там указано, да, опер больше и балетных постановок немного больше. Оперетта, в общем-то, с этого начинался музыкальный театр в Ростове, да, но их не так много. С чем это связано? Это сложный жанр или просто вот подход к нему какой-то особый? Андрей Анатольевич. Нет, на самом деле здесь, думаю, нет никакого злого умысла. Просто мы сейчас вот 85-й год существования вот этого театра, который ныне называется музыкальным, а начинался когда-то действительно как театр музыкальной комедии. И, естественно, в городе, в котором вот до 2000 года не было своей ни балетной труппы, ни оперной, вот образование такого коллектива стало большим событием. И поэтому, может быть, то, что до сих пор зритель не видел и не слышал, какие-то жанры вот спектакли балетного и оперного жанра, они появляются вот сейчас заново, и для многих это первая, может быть, даже встреча вот с этим жанром, когда не надо никуда ехать, а в твоем родном городе есть вот такой коллектив, в котором есть все жанры. Поэтому здесь как-то нет такой квоты специальной, просто театр вот идет по этим трем тропинкам, оперный, балетный и оперетошный, если так можно сказать, выбирая, не забывая ни один из жанров. И вот так получается, что «Летучая мышь», которую так долго ждали, и которая, без которой, наверное, в принципе, ни один театр мускомедии не обходится и в России, и за рубежом, и в многих оперных таких серьезных домах, это «Желанный гость», этот спектакль. И в истории Ростовского театра это третья постановка уже. Вот этот спектакль вернулся, долгожданный, любимый, немножко в новом облике, что, наверное, должно было произойти, потому что у всех, многие помнят замечательный фильм Яна Фрида с прекрасными актерами. Вот, и кто бывал вот в Москве, в Петербурге, кто знаком, значит, с творчеством театров двух столиц, знает те спектакли, но всегда каждый такой спектакль становится немножко обновленным, в каком-то в таком другом облике появляется перед своими зрителями.
Андрей Анеханов, главный дирижер Ростовского государственного музыкального театра, заслуженный артист России, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы и искусства, а также художник, режиссер-постановщик оперетты «Летучая мышь». И наверняка многие из наших слушателей видели те постановки, предыдущие постановки. Возможно, они могут позвонить нам и рассказать о своих воспоминаниях. Так что звоните, телефон прямого эфира 200-25-19. Игорь Чурсин у нас также солист, Кирилл Чурсин, солист музыкального театра, также находится в нашей студии. Кирилл, вопрос тоже хотела бы я и вам адресовать по поводу вот этого жанра, жанра оперетты. Понятно, что он не предполагает каких-то тяжелых смыслов, да, главная задача оперетты, наверное, все-таки развлекать зрителя, поднимать его настроение. Ну, только ли в этом? Только понятно, что это очень зрелищные спектакли, много огней, красивые декорации, красивые костюмы, мелодии, которые просто обречены на то, чтобы их повторяли, и они запоминались. В чем еще смысл оперетты? Только ли в зрелищности? На самом деле для артиста, для вокалиста это очень сложный жанр. Это гораздо сложнее, чем опера. Потому что в оперете нужно не только красиво петь, но еще и красиво разговаривать. Вот. И для многих вокалистов это большая проблема, потому что в нынешних в консерваториях по стандартам Министерства образования очень мало уделяется актерскому мастерству в консерваториях. Поэтому для артиста, для меня это очень сложный жанр, поэтому он для меня и интересен. Вот. Развлекать, да, любой спектакль подразумевает драматургию, осмысление, и оперетта также несет свой смысл, просто немножко в комичной форме, где-то что-то, но также есть и опера Буффо, где тоже в комичной форме какие-то недостатки людей высмеиваются. Вот. Кирилл Чурсин, солист Ростовского государственного музыкального театра, исполнитель главной роли в премьере «Летучая мышь». Мы говорим об этой премьере, мы обсуждаем ее, и как прошла, как прошел первый спектакль. Андрей Анатольевич, поделитесь. Ну, всегда это большое волнение, потому что и последние недели перед премьерой – это то самое время, когда все сходятся вместе, когда приносят костюмы только что сшитые, когда уже доклеивают последние части декораций на сцене, когда вот это напоминает такой вот муравейник, знаете, театр, возбужденный до предела. Вот все бегают, что-то пытаются, значит, ну, слава богу, у нас не ругаются, но дискуссии ведем иногда такие очень напряженные, потому что когда приезжает уже художник, когда балетмейстер, когда вот все вместе находятся вот на одном клочке земли, вот, и главная задача представить зрителю вот такой качественный продукт, знаете, вот есть такая вот такой газета в Ростове, качественный продукт, вот, и, конечно, здесь вот, что называется, желание и возбуждение всех, вот оно достигает апогея, вот, чтобы выполнить вот эту художественную задачу и самим себя показать, и театр, чтобы развивался, и предстал вот тем самым мыслящим существом, чувствующим, думающим, веселящимся или плачущим. И Кирилл правильно сказал, что драматургия, она подразумевает, это самое сложное, наверное, что есть в спектакле, потому что сейчас очень много стало в обществе таких вещей, когда главное, как каким-то образом развеселить людей, неважно как. Масса есть и на телевидении передач совершенно безумных, которые отсутствует вот та самая драматургия, а просто она существует на уровне примитивных или пошлых шуток, или совершенно просто непродуманных каких-то реакций. И уже даже где-то КВН скатывается, любимый когда-то, и где была, когда-то была задача удивить людей вот какой-то такой изящной, остроумной шуткой, сейчас это превращается во многом в такую непонятную, просто вот ради животного смеха затею. Вот. Поэтому театр всегда думает, а особенно в таком спектакле, как «Летучая мышь», потому что это своего рода такая, как я вот написал в буклете, икона стиля в этом жанре, потому что там и очень сложные партии вокальные, и образы такие,
такие, вот, которые все-таки ведут ясную вот линию человеческих отношений, пусть и в веселом аспекте. Поэтому вот мы старались как-то сохранить вот этот стиль, вот, хотя мы перенесли действие по времени в эпоху модерна, что какие-то определенные краски еще добавило в отношениях персонажей, вот, и в оформлении, конечно, спектакля, который получился очень ярким и праздничным. Мы еще поговорим об этом. Я думаю, что сейчас настало время розыгрыша первой пары билетов. Это билеты на оперу «Мадам Баттерфляй», которая состоится в это воскресенье. Напомню, телефон прямого эфира 200-25-19. Мы сейчас включим фрагмент одной из оперетт Ростовского музыкального театра. Вам нужно угадать название этой оперетты и назвать композитора. Бегут, готов на выход я, манеж зовет меня. Туда, где море огней, снова туда с тоскою моей. Светит прожектор, фанфары гремят, публика ждет, будь смелей акробат. Со смертью играю смелый дерзок мой труп. Все замирает, все смолкает вокруг. Слушая скрипку, дамы в ложах замрут. Скажут с улыбкой храбрый шут. Да, я шут, я циркач, так что же? 200-25-19, телефон прямого эфира. Если вам знаком этот фрагмент, если вам знакома эта оперетта, пожалуйста, набирайте телефон, набирайте этот номер, и вы получите пару билетов на оперу «Мадам Баттерфляй». Игорь, вам, Кирилл, вам знакома эта оперетта? Мы ее не называем, да? Конечно. Но вы ее, конечно, возможно, даже исполняли, эту арию. Арию, да. Угу. Но все в перспективе. Отлично. Роль тоже, думаю, будет. А то, что касается той роли, которую вы исполняли в спектакле «Летучая мышь», я так понимаю, тот самый Генрих насмешник, Айзенштайн. Да, тот самый неверный муж, это вы. Скажите, как вы вживались в эту роль? Чудесно. Насколько, как долго, да, готовились? Этот образ, он... В него не надо вживаться, в него надо... Это жизнь, понимаете, когда всегда какие-то рутинные моменты заставляют этого Генриха... Гуляка и Кутила, как его потом называет жена... То есть вы гуляка и кутила, вам особо не нужно было вдруг ошибаться. Ему стало скучно за 3 года, она нашла свое счастье, вот она стала верной женой, домохозяйкой. В этом женское счастье. Мужчина устает иногда от этого, и ввиду своего того, что он мужчина... Вот я в этот разговор вклинюсь как режиссер, да. И скажу, что сейчас, наверное, размышления Кирилла все-таки носят более теоретический характер, потому что он человек молодой и недавно женатый на красавице-балерине, и вряд ли, наверное, он такой и есть. Вот. Но задача режиссера — увидеть в актере вот эту живинку, которая поможет создать этот образ, умение говорить, чтобы вокально справиться с партией. Потому что вот ту арию, которую мы сейчас слышали, которую сейчас все гадают, что же они услышали. Вот, например, пел замечательно известный советский оперный певец Георг Отц, голос которого фантастический по своему тембру и красоте, и по пению, и по преподнесению слова.
А в «Летучей мыши» знаменитые вот эти образы и записи ей создавали первоклассные европейские певцы, такие как Дитрих Фишер-Дискоу, которого уже нет в живых, и Николай Гедда, которому сейчас вот 90 лет уже. То есть здесь и вокально все трудно. Поэтому, наверное, вот режиссер должен увидеть в артисте вот способность перевоплотиться. Поэтому, наверное, хочется думать, что размышления, они пока еще теория. Да, конечно. Это только теоретически. Хорошо, отлично. У нас есть телефонный звонок. Возможно, угадали нашу задачу, выполнили. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, Владислав. Итак, вам знакома эта оперетта? Ну да. Ну тогда назовите, кто ее автор и как она называется. А я же говорил, «Принцесса цирка», «Мистер Икс». Совершенно верно. Да, вы угадали. Да. Хорошо, Владислав, оставляйте, пожалуйста, свой телефон. И после эфира приходите за билетом. Я напомню, что спектакль пройдет в Ростовском музыкальном театре. Это будет 8 апреля в 19 часов. И мы сейчас, наверное, послушаем еще один фрагмент. И обращайтесь, звоните нам. Мне, черт возьми, не повезло. Два дня не спал и хотел поспать. И вдруг зачем-то, как назло, в посольство вызван я опять. Ну как могу я быть не зол? Совсем о службе я забыл. И вдруг почтенный наш посол дать поручение мне решил. А я в присутствии посла его приказы и дела, его большой и скучный дом переношу большим трудом. Напомню, телефон прямого эфира 200-25-19. Если вам знакома эта оперетта, звоните нам, потому что вас дожидается еще одна пара билетов на оперу «Мадам Баттерфляй». У нас сегодня в гостях Андрей Аниханов, главный дирижер Ростовского государственного музыкального театра, и Кирилл Чурсин, солист ростовской оперетты. Мы говорим об очередной премьере музыкального театра, об оперетте «Летучая мышь». Кстати, вот мы послушали, была ария из оперетты «Принцесса цирка», да? Что можно сказать о ней? Я так понимаю, она уже более 10 лет находится в репертуаре нашего театра. Вообще, как меняется спектакль с годами, чем он обрастает, что нового появляется в нем? Ну, в принципе, не меняются только декорации, наверное, и какая-то световая партитура, и музыка не меняется, но меняются артисты, что очень существенно, потому что при постановке всегда складывается ансамбль, который в чем-то неповторим. И когда уже со временем начинают в спектакле появляться другие артисты, это всегда иное состояние, иное настроение, и какие-то подробности, может быть, уже характера. Это то, что всегда, конечно, в театре благо. Поэтому сейчас вот Кирилл очень вовремя появился в театре, потому что сейчас как раз был такой настойчивый поиск молодого героя, молодой героини в оперетту, поэтому вот сразу такая большая роль и получилась вот для него в этом спектакле, потому что мы очень любим наших опытных артистов, и которые составляют гордость театра, ее славу, и которые работают, некоторые из них из старых времен и до сих пор, несмотря на возраст, как каждый имеет свое место и положение. Вот, но молодой герой должен быть молод, энергичен, красив. Не случайно, что в одной из версий фильма «Мистер Икс», не та, что с Георгом Отцем, которая была когда-то, а вот следующая, которая появлялась, я не помню, сколько лет назад уже, вдруг режиссер нашел исполнителя роли «Мистера Икса». Это был молодой чешский дипломат, мужчина, молодой человек удивительной красоты,
Вот, и его просто уговорили сняться в этом фильме. Пел, конечно, за него другой, и, возможно, даже кто-то разговаривал, но сам облик героя, вот он с тех пор, это была единственная, насколько я помню, его роль вот подобного рода в фильме и вообще вот как бы в искусстве, потому что он занимался совсем другим делом, и сейчас, наверное, благополучно этим занимается. Но вот опять же, видение, спектакль создается для публики, и все в нем по возможности должно быть ярко, правдиво, выразительно. Андрей Анеханов, главный дирижер Ростовского музыкального театра, и Кирилл Чурсин, солист музыкального театра, сегодня в нашей студии. Друзья, у нас не так много времени осталось, 8 минут, поэтому звоните, пытайтесь угадать фрагмент оперетты, который прозвучал у нас в эфире, и задавайте свои вопросы, если они у вас есть, мы их с удовольствием выслушаем, и гости, я думаю, ответят на них. Итак, премьера прошла, премьера, вы довольны тем, как все произошло, да, как прореагировала публика на эту премьеру. Андрей Анатольевич, вы где находитесь, когда происходит первый спектакль, когда играют первый спектакль? Ну, поскольку я еще и дирижирую, то я оба спектакля и дирижировал. Вот. Потом мы будем уже вот с моим напарником делиться, конечно, потому что мы вместе принимали участие, вот, работали над этим спектаклем музыкально. Вот. Ну, конечно, это тоже непросто, но вот надо, как говорит мой профессор, взялся за гуж, полезай в кузов. Поэтому надо соответствовать и там, и там. Ну, конечно, мы еще какие-то спектакль выпускается, но он от этого не то что работать над ним, а думать над ним мы не прекращаем. То есть вот над какими-то подробностями, какими-то вот такими деталями, это всегда может быть что-то с вводом новых актеров, а все очень хотят участвовать в этом спектакле. Вот, и мы очень строги. И мы пытаемся, значит, в общем, сделать так, чтобы участвовали как бы действительно те, кто справляется и с вокальными партиями, и кто ярок как артист, но все очень хотят, поэтому будут появляться и новые, конечно, люди в этом спектакле, и мы будем стараться, чтобы он был вот искрящийся, хотя он получается не очень короткий, но все спектакли «Летучая мышь» обычно они по времени достаточно протяженные. Ну вот, это меня совершенно не смущает, особенно вот как бы в наше время, это глубокое убеждение, что пусть лучше зритель придет на любимый спектакль и проведет 4 часа времени в театре, чем он застрянет у телевизора, несмотря на то, что нужно быть, конечно, в курсе событий, которые происходят в мире, но вот количество негатива, которое сейчас выливается на людей, и интернет, который изобилует довольно злобным отношением друг к другу многих индивидуумов, вот театр – это такое утешение для человека. Приходите в театр, дорогие друзья, в концертный зал, потому что там вы будете понимать, что вот 2-3-4 часа вашего времени вы проведете в такой, как вам сказать, в духовной релаксации, в такой, что очень важно, получать вот какой-то позитив. А театр, несмотря это трагедию вы увидите, или комедию, или просто красивый балетный спектакль, или легкомысленный смешной опереточный, это будет вот время, не потраченное зря. Спасибо, Андрей Анеханов. В нашей студии главный дирижер Ростовского музыкального театра и режиссер-постановщик оперетты «Летучая мышь». Кстати, известно, что первая премьера, та самая первая в 1874 году, она прошла не на ура, она вообще была как-то не особо принята публикой. Ну, собственно, как и «Травиата» Верди, и «Кармен Бизе», все сейчас мировые хиты, они почему-то были на грани провала, потому что они были таким новым словом. А оперетта всегда с ней было сложно, потому что там вот проблема с текстами. И даже первые варианты вот «Летучие мыши», там они имеют несколько вариантов текстов. Это особая история, о ней можно долго говорить. Но мы внесли тоже некоторые изменения вот в пьесу. И поэтому в этом тоже тут уникальность нашего, неповторимость, точнее, нашего спектакля. Перенесли в частности время действия, да? То есть передвинули ее в эпоху модерна. Да, ну вот Штраус же умер в 1899 году, и практически этот художественный стиль уже появился, да? И Наталья Зимолендинова и художник-постановщик Олег Молчанов, они где-то так имели в виду вот 1910 год, вот начало 20 века, то есть совсем близко. Вот. И это не только как бы не нарушило каких-то вот авторских замыслов, но просто даже придало какую-то такую изюминку хотя бы в том, что вот отношения героев, когда уже немножко начинают перемешиваться отношения в обществе, и зачастую действительно непонятно, кто господин, кто слуга,
и что на балу у князя, или даже, точнее, не на балу, а в таком уютном салоне, где происходит действие, вдруг могут оказаться совершенно случайные люди, как деревенская девица, горничная Адель, или там, в общем, с которыми, в общем, даже хозяин не понимает, как общаться. Может быть, это отчасти может объяснить какие-то вот такие смешинки в отношениях, какие-то ситуации такие смешные, почему они вот такие появляются. Спасибо. Андрей Аниханов, главный дирижер Ростовского музыкального театра. И у нас не так много времени. Последний вопрос, я бы хотела его все-таки задать, может быть, обоим вам. Оперетта и мюзикл, близкие по жанру, да, все-таки такие направления. Скажите, поскольку мюзикл, он более понятен, наверное, современному зрителю, не кажется ли вам, что со временем мюзикл вытеснит оперетту? Не произойдет ли этого? Кирилл, пожалуйста. Нет, нет. Вы говорили, что и оперу вытеснит, и кинематограф вытеснит, театр. Нет, я сомневаюсь в этом, потому что все-таки, понимаете, такие классические спектакли, как оперетта, опера, драматические спектакли, они заставляют человека думать. В первую очередь думать, и человек приходит в театр не просто расслабиться, а принять духовную пищу. И это очень такое суждение, что мюзикл... Нет, нет, у него свои краски есть. Свои просто. Краски. Угу. Андрей Анатольевич. Ну, там действительно, если говорить о красках, это какой-то особый мелодизм у мюзикла свой, потому что он основан на более современных таких вокальных жанрах, и который просто на слух воспринимается уютнее, вот легче, быстрее вот новым поколением. Но, а кто любит красивые мелодии, любит действительно удивиться каким-то изгибом сюжета и увидеть драматический спектакль, веселый или грустный, никогда не забудет ни оперетту, не оперу. Художник-постановщик, режиссер-постановщик оперетты «Летучая мышь» сегодня был у нас в гостях Андрей Аниханов, а также исполнитель главной роли в этом спектакле Кирилл Чурсин. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам и рассказали о своем спектакле. Спасибо за внимание. До свидания.